Добрый день, дорогие мои друзья и гости моего канала «Огород с Мариной Гусаковой». Вот идет нас поприветствовать Кексик. Кексик, новый котик у нас у Оксаны. Кексюля, иди сюда. Кексеныш, чумахалусий. Киси, 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 киси. Посмотри на меня. Вот он такой красавец такой. Какой красавец у нас. Кексюша. Гуляет. Дети в школу уходят. И его на улицу отправляют. Вот, поймала я тебя все-таки снять. Кексик. 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 Кекса. Кекса. Красотуля. Красотуля. Ой, мой хороший такой. Это такой хороший мальчик. Кексик. Дурындочка. Вот у нас еще одна кошечка есть. Крысоловочка. Да? Да? Ну. Берешь. Вот она трется. Кушать хочет. Иди сюда. Берешь. А еще вот у нас Алабай. Похудел. На лапке рамка. Мажем левыми колем. Но вот его очень это мучает. Он даже не кушает по несколько дней. Таблеточки я ему давала. Вон она, рамочка у него. Может, кто-то знает. Вон какая рамка на лапке. Невеселенький стал. Да, Саму, даже не подходит мне лапочку дать. Иди, мой хорошенький. Иди, лапусю, дай мне. Дай мне лапусю свою. Дай мне свою лапусю. Дай мне лапусю свою. Дай лапку. Дай, дружишь ты со мной? Скажи, не дружу. Не вылечили. Иди, мой хороший. Самурчик. А? Обиженный взгляд такой, обиженный. Скажи, еще и снимают, когда не покормили, да? Ты мой красавец, вот ты мой красавец. В будку заходить не хочет категорически. То на снегу, то вот на этих досках лежит. Ну, всем пока-пока. Сегодня я вас познакомила со всеми животными. Благодарю за просмотр. Не забудьте поставить лайк, если понравилось мое видео. Комментируйте, делитесь с друзьями. Не забудьте включить колокольчик. Так вы будете всегда в курсе моих новых видеороликов. Всего вам самого доброго. До новых встреч. Пока-пока.